Бой с весом. Я Ноа, инструктор по учебке. Домашняя тренировка в стиле учебки. Сегодня мы тренируем боевую выносливость, или, как говорит Ноа, пройдем боевую подготовку в стиле учебки. Боевая подготовка – важная часть учебки. Я уже боюсь. Рассказывай, что будем делать. Сегодня выполняем три упражнения. Первое упражнение – махи ногами с прыжком. Ноги полусогнуты, левая смотрит вперед, правая стопа под углом 45 градусов, колено вперед, прыжок. Ясно? Вот и все. Далее задействуем мышцы кора. Плюс тренируем сердечную мышцу, а это очень важно в бою. Держим полотенце над собой. Прыжки с подъемом колен. По 30 секунд каждое упражнение. И идем дальше. Обратный выпад. Держим равновесие. Мах ногой. И в исходное положение. Колено. И последнее упражнение. Не самое простое. Прыжком в планку. Встали. Снова в планку. Меняем ноги. Стопа сзади под 45 градусов. Понял. Это упражнение выполняем минуту. Планка и 4 удара. Вот и все. Время пошло. Вот так. Мах. Прыжок. Мах идет от бедра. Обязательно следи за этим. Время вышло. Быстро берем полотенце и выполняем кардиопрограмму. Колени как можно выше. Лицо у тебя очень боевое. Вижу, ты настроен серьезно. Погнали. Правый, левый. Правый, левый. Идем дальше. 30 секунд. Пошел, друг, пошел. На махе всегда идет выдох. Вес на пятку. Время вышло. Меняем ногу. Отличный выдох. Попробуй увеличить силу удара. Вот так. Последнее упражнение. Самое главное здесь – встать прыжком. Начинай с любой ноги, мы их меняем. Работают бедра. Раз, два, полный поворот корпуса. Вся энергия исходит от бедер, а не от рук. От бедер. Молодец. Еще раз. Пошел, ты сможешь. Заканчивай на том же уровне. Не смей в конце сдаваться. И еще разок для ровного счета. Молодец. Итак, подведем итог боевой тренировки. Сначала 30 секунд махов ногами с прыжком, 30 секунд полотенца над головой, прыжки с подъемом колен, и второй раунд, а именно 30 секунд на каждую ногу, обратный выпад с махами прямой и согнутой ногой. И в завершении минута перехода из планки в положение стоя и 4 удара. Если ты крут в зале, ты крут по жизни. Спасибо.